Игорь Борисович Филатов издал альманах, который называется «Надежда счастья», посвященный 75-й годовщине Победы. В него наша общественность, Совет ветеранов, собрали почти 50, а точнее просмотрела оглавление 44 кубанских автора. Мне помогала общественница Ольга Ивановна Давыденко из детского творческого центра. Сегодня она прийти, к сожалению, не смогла. В этот альманах попали стихи наших кубанских авторов, и есть авторы Совета ветеранов и Прикубанского центра, в том числе 10 детей. Я хочу вам подарить этот альманах. Посмотрите оглавление, может, вам что-то понравится. Спасибо. Неудобно. Я здесь не так, как на фотографии было видно. Так,